царство, да. Ну, а так мы ведаем, что жёлты воевали между собой. Ну, особенно там, на ваших территориях, это было больше, конечно, на Усходе. Так, опасно спалиться на этом солнце, измучились. Ну, да, давайте по троху будем идти до костела, а я буду так спиною до костела или что-то еще расповедать. Итак, учим уникальность этого костела. Бачите, котельник на левой веже. Это механизм, это конец.